Турецкий отель «Инвиста Хотель Белек» находится не на первой береговой линии, поэтому вам до пляжа нужно будет или пешком добираться, или ехать на таком автобусе. Я попросился у водителя на переднее сиденье, и мы поехали. Ну, нужно было догадаться, конечно, стекло протереть, автобус лобовое, чтобы было получше видно. Ну, как получилось. Из отеля вы поворачиваете налево и едете по дороге. Ну, кто пойдет пешком, идет по тротуару. Слева тут у нас магазинчики будут небольшие, сувенирные, но их тут немного. Двигаемся прямо. Нужно сказать, что вот здесь вот будет поворот у нас направо, и вот этот перекресток сложноватый. Я что-то тут не заметил пешеходных переходов. Ну, то есть, наверное, заранее лучше направо перейти. Вот на этой развязке мы поворачиваем направо и едем дальше по дороге. Здесь мы увидели туристов из нашего отеля, которые шли на пляж. Водитель остановился, предложил им подвезти. Но они ответили, что прогуляются пешочком, и мы поехали дальше. Дорога идет вот как бы такую через аллейку. Дорога неоживленная, машин попадалось очень мало. Для тех, кто хочет пройтись пешком в сторону пляжа, существует тротуарчик. Ну, то есть не надо там по пыльной обочине ножками топать. Я должен сказать, что у меня про отель снято несколько роликов. Там под видео будет ссылка на плейлист, где будут собраны все мои ролики об отеле. Кому интересно, смотрите, задавайте вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Надо сказать, что эта дорога ведет не только к пляжам, но и вот к парку такому небольшому. Времени у нас не хватило, чтобы снять, погулять по парку. Но я думаю, кто-нибудь все-таки возьмет камеру, прогуляется по нему, покажет нам, как выглядит этот парк. Проезжаем через шлагбаум. Ну, пешеходов здесь никто не останавливает. И так видно, что вы отдыхающие, что вы туристы. И мы движемся в сторону моря. Вот мы подъезжаем уже к побережью. И поворачиваем налево на дорогу, которая идет вот вдоль побережья. Ну, тут буквально еще 30 секунд. И конечная точка нашего путешествия. Время от старта и до финиша у нас составило 3,5 минуты. Автобус ходит каждые 15 минут с центрального входа в отель и точно так же через каждые 15 минут с пляжа в отель.